Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які допоможуть при стресі. Добрий день! Период межсезонья, когда достаточно много дней пасмурных, очень хорошо помогает поднять настроение и энергетически пробудиться. Очень хорошо помогают занятия йогой и особенно йогой с гамаком. Итак, как обычно, настраиваемся на наши занятия. Соединяем сначала косточки стоп. Ладошки на уровне солнечного сплетения складываем вместе, так, чтобы соединить плюс и минус и почувствовать, как выравнивается левая, правая часть тела. Закрытыми глазами находим внутри ощущение, внутренним вниманием ощущение центра тяжести и проецируем его на плоскость стоп. Подтягиваем дно таза, сразу же ощущаем, как растекается тонус по мышцам всего тела. Складываем кисти рук в замочек и, развернув ладошки вверх, надавив стопами в пол, во время вдоха подтягиваемся, как после пробуждения. Неважно, какое сейчас время дня, время суток, позвольте себе пробудиться на определенном уровне. Опускаем ладошки во время выдоха к макушке. Еще раз вдох. Пробуждаем те сегменты тела, которые могли остаться без внимания в течение дня или во время сна. Опускаем ладошки к макушке и еще раз вверх. Сместив центр тяжести на стопу левой ноги, руки разводим в стороны, поднимаем правую стопу и воображаемые ниточки наматываем на запястье и голеностоп и разматываем. Замечательно, опускаем кисти в замочек, вдох. Сместив центр тяжести на стопу правой ноги, поднимаем левую руки в стороны. Прекрасно. И наматываем ниточки, разогреваем суставы. И в другую сторону. Хорошо. Кисти в замочек. И еще раз тянемся вверх. Хороший прогиб. Грудная клетка ложится на лопатки. Открываем подмышки. И выводим локти, плечи назад, беремся за гамак на уровне швов, выпрямляем руки вперед, прижав гамачок к спине под лопатками. Аллочка, отходить не нужно? Да. Просто выпрямляем руки вперед. Хорошо. И теперь, согнув ноги в коленках, ложимся спиной на гамак. Хорошо. Ножки прямые. Продолжаем просыпаться. Подтягиваем дно таза, расслабляем плечи, подбородок направлен к груди. И поочередно давайте начнем с левой стопы. Левая стопа толкает пол, передаем напряжение до самой макушечки. И затем правая стопа. Потихоньку начинаем раскачиваться из стороны в сторону, позволяя гамаку промассировать грудную клетку. И ощущая внутри, как перекатывается энергия от стопы к макушке и обратно в противоположную стопу. Хорошо. Замечательно. Несмотря на то, что мы пробуждаемся, внутренне мы успокаиваемся. Хорошо. И теперь, согнув ноги в коленях, перекатываемся на подушечку стоп, продолжаем подталкивать колени. Хорошо, можно вывести руки в стороны, можно сложить ладошки в намасте. В любом случае, хорошо, подтягиваем дно таза и оттягиваем плечевые суставы от головы. Делаем длинную шею. Вот плечи от головы, потянули макушку в противоположном направлении. И теперь начинаем сильно-сильно натягивать пяточки к полу. Прочувствуем всю заднюю поверхность, все мышцы ног, как будто бы из самого таза вытягиваем за пяточками напряжение.
И опускаем пяточки. Подталкиваем таз назад, то есть вытягиваем задними мышцами ног таз назад. И корпус остается параллельно полу. Потянулись, потянулись пяточками хорошо к полу. Так, руки в стороны. И корпус параллельно полу, так чтобы, да, хорошо, еще чуть-чуть. Вот мы стоим на ногах, и в этом положении гамак берет на себя вес корпуса, разворачиваем таз, вот, угу. Так, чтобы естественный поясничный прогиб. Угу. И почувствуйте, как освобождаются все напряжения из поясничного отдела, из нижней части спины. Хорошо. И теперь можно через круглую спину, то есть чуть-чуть толкнув стопами пол, передаем напряжение, выпрямляем спину. Замечательно. Стоя прямо, отпускаем руки. И вдох вверх. Беремся как можно выше за ремешки или за гамак. И на выдохе, как можно меньше раскачивая гамак, встаем. Вверх коленка. Угу. Встаем. Хорошо. Свободная ножка. Свободная ножка, да. Колено в сторону и подтягиваем. Можно одеть на нее стропу сразу. Есть у нас такая помощница. Хорошо. Берем ее. Оп. Хорошо. Мы выводим, девочки, напоминаю, очень важный момент. Руками поднимаемся вверх, кисти рук по ремешкам вверх, и плечи у нас всегда лежат. Пока мы лежат на ремешках, пока мы выстраиваем любую асану, плечи лежат на ремешках. Так, Виталия, отпускаем. Нам нужно, чтобы бедро было за гамаком, как в позе дерева. Хорошо. И теперь плечо, а плечо с другой стороны. Вот так. Так, хорошо. И вот теперь. Ага. То есть, понятно, да, бедро и плечо одноименное, с разных, как бы в разных плоскостях, с разной стороны гамака. И вот теперь свободную правую руку поднимаем вверх, обвиваем ею ремешок. Обвиваем хорошо. Держимся. Так. И левая рука достает левую. Можно стопу, можно одеть, да, стропу. И открываемся в плоскости. Прижимаем лопатки к спине. Хорошо. Лопаточки к спине. Локти лучше вы оба, чтобы смотрели в стороны. Да, вот, хорошо. Хорошо. Замечательно. Замечательно. Внутренним вниманием находим ощущение центра тяжести. Вот визуализируем опорную ось от стопы до макушечки. Хорошо. И относительно этой оси начинаем раскрывать тело в плоскости. Хорошо. И стопа, опустив стопу, можно не снимать стропу. Разворачиваемся в сторону свободной ноги всем телом, так, чтобы спиной почувствовать, вот между лопатками почувствовать натянутый ремешок. Хорошо. И теперь одноименная свободной ножке рука на ремешке за головой, прямая, а противоположной, так, чтобы бедро и рука снова были с двух сторон гамака, противоположной рукой, да, беремся за стропу или за стопу, да, и теперь, да, выпрямляем ножку вперед. Снова ощущение оси, вот стопа давит строго в пол, а рука, которая над головой, подтягивает на себя потолок. Помогаем удерживать позвоночник прямым. Так, можно, да, еще? Давайте еще. Можно даже немножко ее намотать на... Угу. Не будет давить? Хорошо, хорошо. И теперь попробуем поднять корпус. Вот, хорошо, хорошо. Ручку выше кисть. Хорошо. И потяните на себя потолок, зафиксируйте это положение. Прекрасно. Прекрасно. Замечательно. Замечательно.
Очередной выдох. Отпускаем. Да, беремся руками за, развернувшись в исходное положение, беремся руками за два ремешка и, сгибая опорную ногу в коленке, отпускаем стропу и эту свободную ножку опускаем в пол. Хорошо, отпускаем стопу. Стоя на полу, восстановим кровообращение мягкими перекатами. Замечательно. Опускаемся на стопы, складываем ладошки в намасте. Глазки закрыты. Некоторое время пребываем в спокойном статическом положении, состоянии, для того, чтобы организм выровнял все энергопотоки, восстановилось и дыхание, и ощущение центра тяжести, то есть просто заземляемся. И на этом наше занятие сегодняшнее закончено. Разводим руки в стороны и желаем себе всего наилучшего. Тож тренуйтесь разом с нашей командой, та будьте здорові! Мы желаем вам тепла на уровне сердца, тела, ну и всех возможных отношений.